То есть там есть три языка, на которых написан Шримад-Бхагаватам. Это язык поэзии, самадхи, да? Язык обычный, ну вот, чтобы, там говорится, два дополнительных языка, это язык обычный и еще другие формы речи. И вот эти обычные языки, другие языки, они нужны для того, чтобы помочь человеку понять, ну, подвести как-то, что-то дообъяснять, вот этот язык самадхи.